первый рабочий день Нового года губернатор Сергей Морозов провел совещание с членами областного правительства, главами муниципальных образований и руководством регионального отделения партии «Единая Россия». Тема совещания была проста только на первый взгляд. Выстроить работу, чтобы неоднократно, системно возвращаться к теме работы с наказами избирателей. Нет необходимости напоминать, но, наверное, ради соблюдения все же этикета хочу сказать о том, что эта работа для нас имеет наиболее приоритетное значение. Владимир Владимирович, вы помните, сказал о том, что в центре избирательного процесса и в конечном итоге все-таки не то, кого избирают, а те, кого избирают, а те, кто избирает. Сейчас в центре процесса, в конечном итоге все-таки не те, кого избирают, а те, кто избирает. За 4 месяца «Единая Россия» и областное правительство провели большую работу по систематизации наказов избирателей, полученных во время предвыборной кампании 2016 года. Главные цифры озвучил премьер-министр региона Александр Смекалин. 374 наказа уже отфиксировано, с которым правительство уже активно работает. Большое количество требует, на самом деле, очень серьезных ресурсов. Но если мы их разобьем, то поймем, что наибольше всего волнует жителей нашего региона. Ну, первое. Наибольшее число жителей региона волнует вопросы, на самом деле, благоустройства и функционирования систем жизнеобеспечения, водоснабжения и газоснабжения. На контроле у правительства на сегодняшний день находится, соответственно, 58 и 53 наказа, соответственно, по каждому направлению. Далее более близкие позиции по этому направлению занимают материальное обеспечение отрасли образования и вопросы дорог и транспорта. 48 и 43 наказа, соответственно. В ходе совещания губернатор Сергей Морозов предложил ряд инициатив, которые легли в основу подписанного меморандума. Мы впервые подготовили проект такого документа, впервые. Я не знаю, есть ли в других регионах, есть, я знаю, в Мордовии закон о избирателях, и больше я не знаю таких документов, который бы давал основу системы работы с избирателем. Конечно, он не может ответить на все вопросы детально, но тем не менее систему, основу этой системы меморандум дает. И еще очень важно, что впервые, наверное, в истории политической жизни, во всяком случае в Ульяновской области, этот меморандум дает понятие, что же такое наказ избирателя. Отметим, что согласно информации органов власти местного самоуправления, 96 запланированных в муниципалитетах мероприятий уже исполнено. Георгий Кузнецов, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.